Контракт, государственный контракт заключен. 23 марта. Проектировщик у нас гражданпроект, авторский надзор. Гражданпроект. Гражданпроект. Заказчики. Работа началась. Да. Мы планируем нулевой цикл полностью закончить в тот же период времени. То есть это где-то сентябрь-октябрь. А остальное это металлоконструкция, соответственно. Металлоконструкция на сегодняшний период, даже у нас были какие-то там изменения по свайному полю, ну и по подъему. Металлоконструкции уже варятся, заказаны. Конец сентября он уже, то есть нулевой цикл будет залит, и я думаю, что чашу бассейна начнут отливать. Потому что все бетонные работы мы должны закончить в ноябре 20-го. Когда металлоконструкцию планируете монтаж? А металлоконструкция начинается у нас в октябре. Октябрь. Да. То есть они у нас завершили нулевой цикл, у нас аж своим изготавливаются, технология та же самая. Кто будет от муниципалитета здесь? Ну, у нас или Анатолий Анатольевич. Анатолий Анатольевич. Анатолий Анатольевич по четвергам должен быть здесь присутствовать. У вас нет возражений по этому поводу? На самом деле практика развита, у нас периодически бывает. Ну, а практика практика, но я за то, чтобы и формально это было закреплено, прям конкретно, чтобы состав штаба официально проходил. По школе у нас так не сделано. Нет, по школе так не сделано. По школе формально не входит никто от города. Они участвуют, смотрят. Нет, участвуют. Да, мы приезжаем. Протокола вносим, то есть просьбы. Особого контроля нет, потому как он документально никак не подтвердил. Естественно, у нас муниципалитет не является ни заказчиком. Ну, конечно. И он может влиять только или через нас, как отраслевиков, что что-то идет не так, но ровно так же это будет слушать и УКС. Поэтому чем раньше эти вопросы рабочие будут обсуждаться здесь, на этой площадке, тем у нас проще все пойдет. Я еще попрошу участия депутатского корпуса. Я сам как председатель и как строитель буду участвовать обязательно. Я бы что бы порекомендовал органам местного самоуправления связаться с Минусинском, потому что они сейчас строят бассейн, он у них в одной январе-феврале 22 года, может чуть пораньше. Проект похож? Такой же проект, только без пристроек, там Минусинский. Значит, пристроек. В чем? Чаша та же самая. Чаша, то есть конструктив внутренний. В чем вопрос? Когда мы с главой Минусинска Андрея Олеговича Первухина в январе начали эту тему, он прям был не ожидал, что настолько все сложно. Как будет технически дальше эксплуатироваться вот эта водоподготовка и вот эти все инженерные сети? Они съездили в Абакан, они съездили туда-сюда, они проанализировали и поняли, что они в Минусинске таких специалистов, которые могут на этом оборудовании работать, они за этот год не найдут и не выучат. Вам тоже надо уже сейчас этим заниматься. Во-первых, Владимир Владимирович, сами знаете, что контроль со стороны министерства у нас конструктивный, но постоянный. Вы нас ни разу не подвели. Надеюсь, что... И будем стараться так же двигаться. Поэтому... Владимир Владимирович, пока не уходим. За этой стройкой должно быть плоскостное, как раз за забором. У нас даже место есть. Да вы, как в том анекдоте, лотерейные билеты хотя бы купите. Да, вот я согласен. Заявку хотя бы подайте. В составе проекта что здесь из спортивной инфраструктуры предполагается? Предполагается беговая дорожка круговая. 100-метровая, беговая 400 вокруг метров. А, 400 вокруг, метров? Да, 400 вокруг метров, футбольного поля. В центре футбольное поле. А нет. По проекту что вы под эту подушку, под это поле, какое у вас? Или сейчас по проекту здесь трава? Здесь трава. Сейчас прям трава, естественная трава. Да, естественный газон. Мы уже разговаривали. То есть мы это проходили, это мы знаем. Но тут еще болотистая местность. Мы сейчас написали. Есть вариант, как мы рассматриваем с УКСом. Поле мы сдвинули от болота максимально. Сейчас нормы позволяют подвинуть сюда, в школе. То есть мы видим, уже есть. А вот прям уклон в ту сторону, да? Да. Он будет естественный уклон, у них водопонижение. Да, и два дренажных канала. И у нас колодцы туда будут дренажные. И сейчас написал, администрация, глава написала письмо на Михаила Станиславовича. Mm-hmm. То есть предусмотреть, что хотим. То есть вымостить дорожными плитами, так как болотистая местность. Соответственно, под асфальт и резиновую крошку. Единственное, разбираемся с размером. Чтобы, то есть потому будет, что... будет у вас какой-то пирог из щебня? Да.
пирог, который будет. Сверху плиты, да, еще да, асфальт. Да. Поручение Министерства спорта подумать, разобраться, что здесь предложить, чтобы не было вот этого бурьяна и грязи, которая может, дай бог, случиться.